Печальная новость пришла сегодня из российской столицы. Не стало Олега Табакова. Известному актеру, директору Московского художественного театра имени Чехова было 82 года. С ноября за жизнь народного артиста Советского Союза боролись медики. Недавно появились сообщения, что он пошел на поправку, но улучшения оказались временными. Пришлось прибегнуть к аппарату искусственной вентиляции легких. До последних минут рядом была семья. Творческий путь Олега Табакова тесно связан не только с театром. На его счету более 150 киноролей. Самые яркие в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Война и мир», «Сирота Казанская», «17 мгновений весны», «Ширли-мырли». Голосом актера говорили и многие персонажи мультфильмов. Снимался Табаков и на «Беларусь» фильме. Именно здесь создавались ленты «Леди Нади», «Не хочу в Америку». Вспоминают в Минске и то, как Табаков отдал гонорар за спектакль студентам Белорусской академии искусств, а затем дал им незабываемый мастер-класс. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. Прощание с великим актером Олегом Табаковым пройдет на исторической сцене МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта.